Сразу после итогов дня в 21:30 смотрите первую серию документального фильма о казахстанском лидере преодоления. На период президентства Касым-Жомарта Токаева пришлось немало вызовов, главный из которых борьба с глобальной пандемией. Его общие биографические данные известны всем зрителю. Уже интересна история становления личности. Как научился принимать решения, на чем основывает выводы, каких принципов придерживается. А уже в субботу после программы «Жетакун» выйдет вторая серия этого же фильма, в ней о внешней политике, которой придерживается президент.